комедийное телевидение и Каламбур Пикчерс представляют. Кстати, вы получили деньги у нас в кассе? А что, нам телевидение наконец-то перечислило деньги? Да, 10 тысяч. О! По 9 каждому. Как это по 9? Ну, не знаю, ну по 9. Ну, свои 9 я уже забрал. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие листатели журнала видеокомиксов «Каламбур». Вы, очевидно, заметили, что мы сделали ремонт, у нас теперь новый дизайн, разрешите? Поэтому... В чем дело? Вы что, не видите, что я начал вести программу? Это счет за ремонт, его надо срочно оплатить. Извините. Сколько там? Мама! А это счет от дизайнера, его тоже надо срочно оплатить. А там сколько? Кричите «мама» два раза. Аперитивчика не будет.
Пассажирский самолет «Бройлер 747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл в сериале «Крутое пике».
Дринкинс, вы что, пытаетесь вышибить себе мозги? Да, сэр. Я не могу больше этого выносить. Это бесполезно, Дринкинс. Почему? Дело в том, что ваши мозги отшибло еще тогда, когда вы подписывали контракт на этот долбанный сериал. Можно войти, сэр? Кто это? Сэр, это уже глупо. Слушаю вас, мисс, уже глупо. Сэр, у нас проблемы в пассажирском салоне. Что случилось? Сэр, миссис Бурпл оказывается нудистка. Она что, разгуливает по салону в голом виде? Нет, она просто нудит, не переставая. И о чем она нудит? О спасении? Нет, о том, что она хочет разгуливать по салону в голом виде. Дринкинс, я немного посплю, а вы внимательно смотрите вперед, и как только увидите каких-нибудь существ, тут же меня разбудите. Каких существ, сэр? Лучше, конечно, с крылышками, чем с рожками. Дринкинс, сколько нам осталось до конца? 224 серии, сэр. Отлично. Тогда я еще успею стать раком. Продолжение следует. Итак, дорогие листатели, вы посмотрели очередную серию крутого Пике. А сейчас я вам расскажу о том, что же вы увидите в следующем выпуске нашего журнала. А в следующем нашем выпуске вы увидите... Пожар! 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 Где пожар? Извините, у нашего осветителя пожар. И что у него горит? У него трубы горят. Пожар! Пожар! Идиот!
Come on.
И последнее. Помните, если вы хотите устроить себе праздник, купите ящик водки. Ну, купил. А если вы хотите испортить, выпейте его. Ну, выпил. Если зимний вечер, робом скучно, снаружи вьюга, и нельзя гулять. Именно теперь вам очень нужно журнал «Каламбур» полистать. Там и клоуны, там и комики, там и шутки, там и комиксы, смеха и веселья полный дом. Если вам улыбок не хватает, то смотрите, мы шутнем. Когда снег тает, все цветет и начинает петь. Вот тут уж точно вам не помешает журнал «Каламбур» посмотреть. Потому что там и клоны, там и комики, там и шутки, там и комиксы, чепухи, веселый арсенал. Рассмешит в любое время года видео комикса журнал. Смешите развлекать.